Добрый вечер. Это программа «Битва экстрасенсов», в которой люди со сверхъестественными способностями борются со здравым смыслом. Сегодня финал, путь к которому прошли не все. У кого-то сдали нервы, а кого-то сдали в инквизицию. Вспомним тех, кому не хватило удачи. Белла Романова, выпускница Улупаевской академии черной и темно-зеленой магии имени Кашпировского. В этот раз ей не помог ее знаменитый третий глаз. Не выдержал гонки и шаман Мунгус Самылаев, предсказывающий будущее по своему паспорту. Из-за досадного промаха он не справился с заданием и выбыл из проекта и из России. Остались только сильнейшие маги этого мира, по крайней мере, так записано в их медицинских карточках. Им предстоит трудное задание – угадать, кто стоит за этой ширмой. И первым попробует выполнить задание хронически одержимый и целитель третьей группы старец Амвросий. Дар Амвросия достался ему от отца, отцу от деда, а деду от Амвросия. Скажите, Амвросий, вы можете угадать, кто за ширмой? О, я все могу. Я могу снять с вас порчу и клеймо актера из низкопробных боевиков. Амвросий, раз уж вы в трансе, посмотрите, выключил ли я утюг? Не видно. Утюга не видно. Я вижу весь дом в огне. Все в огне! Все в огне! В следующем имя человека за ширмой попытается угадать черный маг из Белгорода Бобр Артем. Согласитесь, достаточно редкая фамилия Артем. Поможет участнику его жареный радиоприемник. Однажды Бобр спас его из пожара. С тех пор аппарат разговаривает с духами, привидениями, честными гаишниками и прочей небывальщиной. Поднеси меня к ширме. Скажите, уважаемый, весна 207, кто же за ширмой? Там женщина с оплавившейся автомагнитолой или с обуглившейся микроволновкой. В общем, уже не важно с чем. Я так хочу создать семью. Заткнись! 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 Остался последний претендент на победу. Это Тамара Филипповна и ее ясновидящий палец. Дар ясновидения появился у Тамары Филипповны, когда в ее палец ударила молния. Так, посмотрим, посмотрим. Искать палец, искать. Как вы уже догадались, за ширмой никого нет. Тамара Филипповна, что говорит вам ваш палец? Неужели своди меня на маникюр? Палец говорит, что за ширмой стоят мужские сапоги, так, купленные красавцем мужчиной состоятельным. Им же потерянные и найденные человеком, подкладывающим полотенце под одежду, чтобы казаться крупнее, ведущим кулинарную программу, чтобы экономить на обедах. Недавно он был в бане. Спасибо, Тамаре Филипповне. К сожалению, время нашей программы истекло. О, часы Rolex стоимостью 25 тысяч евро, оставленные Филиппом Киркоровым на съемках. До свидания. Это была программа «Битва экстрасенсов». Я Михаил Мореченков. Вы увидите меня через неделю. Ох! Ну вот я вас... Не факт. Ох! Ох!